Солнце, солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, прелестный. Ну вот и мы все на свете решили проспать воскресенье, выходной. Поэтому решили устроить себе такой выходной, за который нам что твоя мама? Даст хороших пилюлей, Диана права. Мы не успели снять завтрак, да, мы спешили. Да, а теперь видите, как медленно идем. Мы спешили, потом поняли, что уже все, опоздали. Что пора забирать Лешину еще сигарету, которую мы давно так не можем забрать, да, уже помните? Месяц прошел. Нет, недели три назад, да. Я снимал, показывал, я в ремонт ее отдавал. В итоге Диана раз не смогла забрать, я забыла. Вообще не Диана должна забирать, а вот этот человек. Че я тут при чем вообще? А почему бы нет? Слышь, моя будущая жена может за меня сигарету забрать. На камеру я будущая жена. По жизни, блин, не дай боже. Наша традиция, мы вот тут начинали покупать эти магнитики. Диана, выбирай. Носки, смотри, это про тебя уже. Носки? Носки точно про меня. Может, такой зимний? О, возьми зимние, правда, что? Оленем? Да, бери с оленем. Все, доволен? Спасибо. Довольна? Да. Так, теперь нам сюда наконец-то забрать. Только что мимо нас прошла продавщица. Да. Поэтому, наверное, мы ждать будем очень долго. Подожди, вот мы оленя взяли, да? Да, милашка такой. Не знаю, что написано, не понимаю. Но главное, это малень. Это малень, да. Прокатимся. Ты любишь эскалаторы эти? А? Скажи, как ты любишь кататься на таком? Ненавижу. Бедный ребенок. Все, мы уже дома? Приехали. Что ты такие глаза делаешь? Я объедаюсь уже мандаринами, потому что кто-то мне их... Не покупает, потому что кто-то их не заслуживает. А вообще мы просто объедаемся, не только мандаринами. В шоке. Да, приехали, нас уже накормили. Накормили супчиком, да, очень вкусным. Мама с папой постятся, теперь они, да. И мы в воскресенье один день... Нет, не получилось. Нет, мы так вот утром с колбасой. И чай на завтрак. Поэтому... У нас не бывает такого. Да, пойдем, что мы будем делать. Попозже мы сходим на улицу, управляемся к нашему стару. Поснимаем тоже чуть-чуть. Около телевизора. А пока посидим с мамой немножко, да, пообщаемся. Вышли мы на прогулку. Какой красивый снег. Которого у меня уже полный рот. Да, красивый, спокойный снег. Так тихо на улице. Да, ветер успокоился. Легенький морозец. Такой совсем легенький. А тут нет гололеда. Я скользю, хожу. Ты скользишь просто. Просто скользишь. Да. Снежинки летят? Прямо в морду. Да. Шикарная погода. Прям даже говорить ничего не хочется, так? Да елки, у меня реально полный рот этого снега. Так ты его не раскрывай. Как не раскрывать? У меня улыбка, блин, до ушей. Ну ты что, открываешься с открытым ртом, улыбаешься? Открываюсь, я улыбаюсь. Ой, да, я улыбаюсь с открытым ртом. Почему бы нет? Его закрой. Свой закрой. Обидно. Давай, давай. Чтоб тебе птичка какая-то летела, лови языком. Ой, все. Что ж на весь район? Выключай. О, вот это красота. Я люблю такие вот места, там где-то белое-белое. Вообще везде. Ой, боже. Такие места ты не любишь, да? Ладно. Ну, такое, как тебе сказать. Ты снимешь мне красивый ролик? Нет. Я хочу, чтобы он мне снял красивый ролик. А я не хочу снимать тебе красивый ролик. Хотя бы... Ого! Ну, 5 секунд. Знаешь, сколько секунда моего времени стоит? Без цен. Мы идем смотреть елку. Она уже подблескивает. Подблещит. Ну, какие слова, ё-моё, блести. Ну, немножечко как? Блести. Подблескивает. Как это сказать? Подблещивает. Ну, короче, блистает. Чуть-чуть. Вон санки. Вон санки. Вон стол. Вон санки, машины. Снег. Трава. Диана. Хоп. И такой. Можно я смотрю? Мы не фотаем. Но видео вы поучаствовали. Можно сделать? Можно. Ой, слышишь, Шанки там рубана сверху. Как-то это не весело. Совсем не весело. Она обрубанная сверху какая-то. Да нет, это конус какой-то. А где звезда, я не знаю. Нет звезды, есть я. Я вместо нее. Ну, скажи что-нибудь.
Как тебе? Елочка. Елочка, гори. О, она загорается. Ну да, гори. Нет, загорается именно. Ты видишь? О. У нас как раз гирлянды дома нет. Давай, стащи. Дёрни. Она дёрнет, ёлка на меня упадёт. Да ладно тебе, нормально. Мне наряд надо. Какой наряд, покажи. Это твоя юбочка? Тебе нравится? Да. Ты модель? Да. Вау, перед меня шар. Как я? Ужасно. Вау, он как князь киевский. Посмотри на него. А, так она из пенопласта. Что ты давишь? Ух ты, лянь, какая девочка. Ой, блин, это прелесть. Посмотри, какой мальчик. Где? Вот. Вот мальчик. Вот. Мальчик. Вот, я тут. Правитель. Я модный. Алексей... Какой ты там? Алексей модный. Алексей радужный. Чтоб тебя не обидеть, как сказать. Я не знаю, что сказать. Я в восторге. Вот еще большие шары. Такие же, как мы видели. А сколько такая елка? Такая уже 500. Так, я бы не сказала, что он не супер. О, это я люблю. Ты мне подаришь такой на Новый год? Нет. Я люблю такие разные штучки. Мне такой не покупал. Конечно. А какой родитель твоего стоит? Ну, молочный им нельзя. А что можно? Блин, я бы такое хотела. А что можно? Ну, пойдем поищем. А что же можно? Что же можно? Ты пингвин, на тебе розовый пух. Лакшери. А? Мармелад? Мармелад дома есть у родителей. Да, да. Так он красивый, как у Ляни. Ну и что? Маршмеллоу. Давай маршмеллоу купим. Да. Маршмеллоу челлендж. А что там, столько ММДМС или там игра какая? Микки Вэй, ММДМС. Микки Вэй. Я всегда любил Микки Вэй. Как же оно произносится, да? Микки Вэй. Кого? Какого? Ты как только говоришь купи, мне уже заикаться начинает. Кого типа, бери. Мы там, тех, кто давно просил что-то, мы добавили ссылку на помощь каналу. Под каждым видео теперь есть. Она как бы есть, но ее как бы нет. Уже давно как бы есть. То есть, кто просил, кому интересно, да, потому что мы трансляцию устраивать не будем. Пока, до следующей трансляции будет на мой день рождения. И все, пока, потом, может быть, на мой только устроим, да, чтобы пообщаться. А так мы не будем. Ссылка для поддержки канала, там все есть в описании. Заходите, смотрите. Кому надо, да? Мы купили родителям кучу чипсов. Вот этих волнистых. Теперь мы пришли в любимое наше место с Лешей. Здрасте. Конфетка. Мы тогда не сняли, когда у нас Саша на видео пропало, мы тогда вот такие ели. Вот эти зеленые. Кислые, да? Надо теперь что-то другое попробовать. Лакрица? Нет. Да. Вы уже пробовали лакрица. Я пробовала. А я не пробовала. Хочешь попробуй? А где она? Где? Есть чистая лакрица, есть лакрица такого плана разбавленная. О, попробуй, я как раз то сниму. Давай. Бери свою мокрицу. А вон кися сидит. Киська. Я ее снимаю. Что? Киська. Чья-то кися? Говорю, она... Да, это... А ты мне говоришь, это чья-то. Она тут живет. Ох ты, класс. Ой, какая красота. Вот сейчас. Видно? Сейчас. Кого? Елочка, смотри, да, снег вроде как видно. Мама же говорила, что здесь у нас на песках красивый обзор. Малыш. Да он вовсе не малыш. Жирный какой-то. Он не жирный, он пушистый. Киська. Я типа такого... Ого. Вот так. Ой, красиво как. Теперь пойдем пожрем на фоне елки. Уже снег такой лохматый. Вообще куча снега. Нас на Кремлёвке так не увидишь, смотри. Угу. Видишь, какой простор здесь? Да, конечно, красота. Неописуемо. Снежная королевична Диана. Вся в снегу. Снегурочка. Ты довольна такой зимой? Да. Снеговик Лёша. Тебе нравится такая погода? Да, мне просто лень было вокруг тебя ходить. Та-да! Твои впечатления. Ты куда? Эй, ты куда? Ты что делаешь? Это мои впечатления. Вот это мои впечатления. Ну там не так много снега, как ты улёгся. Знаешь, как он морду сыпет? Просто шикарно. Хорошо. Ты главное потом не завалишь.
А мне нравится. Вставай, Алексей, Леш. Нормально. Сынок. Ты не ребенком никогда не была, елки-палки. Ой, блики от фонаря, класс, красота. И монтаж никакой не нужен. Это мы уже пришли. Вот что мы купили. Что мы купили? Вот такие. Это все вот, разные. Чтобы вы понимали, да, мы целый час ходили по Амстору, по Сельпо, выбирали, что бы взять. В итоге взяли, блин. Опа. Блин, не видно. Не видно, видно там, где фонарь видно. О, такой вот обзор. Снежок такой идет. Какая красота. Ну, конечно, вид с окна, это вам не наша кремлевская. Тут очень красиво, да. Фонари, спокойно. Дома блестят. Привет. Мерки грязные. Какой у мамы модный костюмчик, смотрите. Плачин, да. Или та. Плачин. Та. Да. Да, через Д. И что там внутри? Картошка с луком. Это очень вкусная штучка, но рецепт... Рецепта не будет. Мама, можешь просто рассказать чуть-чуть? Да, и рецепт везде есть, во всем Ютубе. Да, поэтому... Обычное тесто, вода, соль, мука. Мука, соль, вода. Угу. Замесили крутое тесто, ну такое, среднее. Не сильно залитое. На блендере перебила картошку с луком. Посолила, поперчила. Лепешки свернули на подсолнечном масле под закрытой крышкой. На медленном огне пожарили. Все. И все, да. Сейчас микроволновки подогреем. Какая заколка красивая. И будем кушать. Да, и будем уже ужинать. А потом фильм смотреть. У нас еще салат есть вкусный. О, покажи. О, это вкусный салат. Салат. Кукурузка. Капуста синяя. Что еще здесь? Я забыла. Петрушка и крабовые палочки. Все, поставили, покричили. Майонез вкусный. Это бомба. Майонез, конечно, вредно кушать, но в нашем варианте выбирать не с чем. Класс. Фух. Как настроение у тебя? Мы звали маму погулять, а мама не захотела. Прости, под снегом. Слушай, что мясо? Все, мама не в настроении. Нет, я просто домашним. Будем кушать, да, потом еще увидимся. Пока. Пока. На дворе идет снег, а у меня вот такая вот летняя футболка. Девочка готовит всякие блюда. Да, смотри. Опа, хозяюшка. Сама жарила, да? Да. Сама. Поделю, короче, все. Напополам. А может надо все или мы все съедим? Ты что, мы все не съедим? Она в такой модной розовой пижаме. Нет, так смотри. Убери ручки. Ручки вот тут убери. Вы все видели мою пижаму? Что? Юр, что ты? Юр. Перфект. Перфект, да. Идеальная типа. Перфект. Оп. Вот так. Приятного сок. Ну, может, нести чипсы. Давай. Ну вот, досмотрели ну, мы. Досмотрели мультфильм. Мультик мы сегодня смотрели. Как он назывался? Овцы-волки. Да. Наш российский, мультик, не наш, российский. Ну, значит, что наш. Российский мультфильм. Ну, ничего такое. Пойдет, как бы, на один раз. Ну, я, на один раз пойдет. Не те мультики, которые хочется пересматривать, или которые вот, крутые такие, как-то. Он забудется через день. Ну, вообще, да. Одноразовый. Но, тем не менее, впечатление про после него нормально. Нормально. То есть, не было такого, что фу, что за мультик. Ну, обычно. Такого. Просто, ну, такой добрый мультик. Да, сейчас, может быть, если все будет хорошо, посмотрим еще фильм. И сразу Дианушка Тима Бёртона. Да. Как он? Дом странных детей. Миссис Пилигрим. Новый какой-то фильм. Я от него очень много жду, потому да, что большое это спасибо. Тима Бёртона. Большое спасибо всем, кто писал фильмы, мы посмотрели. Мы уже сделали себе список, что он да, будет дальше смотреть. Да, чтобы смотреть. Да, некоторые я просто пересмотрю, потому что знаю некоторые фильмы. Напомнили некоторых российские да. фильмы, которые вы там писали. Вот это «Морозко», это вообще, по-моему, старая-старая сказка. Старый, я ее видел да. еще с бабушкой дома, когда был совсем ребенком. Ну, это вообще, да, очень я помню, старый, конечно, ну, то есть там много фильмов, которые уже видели, некоторые есть, которые не видели, обязательно их посмотрим. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо всем, кто отозвался. Да. Ну, а на этом будем прощаться, да? Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Комментируйте видео. И ждите новых. Всем до встречи. Пока-пока.